Столкновение в Ла-Манше из-за морских гребешков. Французские рыбаки напали на британских. По их мнению, соседи собирают слишком много моллюсков, уничтожая природные ресурсы. Подробности баталии далее в сюжете. Французские рыбаки атаковали британских ночью в проливе Ла-Манша в 22 километрах от побережья Нормандии. 35 судов против 5. Причина – морские гребешки. Французы считают, что у них неравные условия вылова по сравнению с британцами. Согласно двухстороннему договору, они могут собирать гребешки только с октября до середины мая, а те – круглый год. Поэтому требуют, чтобы сезон вылова начинался одинаково для всех. У нас есть квоты и только определенные часы, когда вылов разрешен. Для британцев же ограничений нет. Они могут ловить 7 дней в неделю. Поэтому и забирают все. Приплывают, наполняют лодки и едут домой. Французские рыбаки бросали в британские лодки камнями и дымовыми шашками. Затем началась стрельба. Повреждены 3 французские корабля. Несколько судов столкнулись. Из людей никто не пострадал. Британские рыбаки попросили защиты у властей, а председатель Шотландской рыболовной ассоциации назвал инцидент чистым пиратством. Столкновения между рыбаками продолжались, пока не прибыла французская полиция. В конце концов, это того стоит. Они отплыли на более 20 морских миль. Впрочем, как говорят мои коллеги, мы выиграли бой, но проиграли войну. Столкновения из-за вылова морских гребешков в регионе длятся уже 15 лет. Между странами действовало соглашение. Но в этом году французская сторона его разорвала. Александра Осипова, подробности, телеканал Интер.